Процедура плазмафореза проводится обычно несколько раз для того, чтобы получить хороший клинический эффект. Ну, в среднем требуется от 3 до 4 процедур плазмафореза. За одну процедуру приблизительно мы можем удалить до, ну, скажем так, 500 мл плазмы с вредными содержащимися в ней веществами. В среднем клинический эффект уже отмечается после первой процедуры, но чтобы его закрепить, вот необходимо проводить 2-3 процедуры плазмафореза. Надо сказать, что выведение вот этих нежелательных для организма субстанций происходит не только из системы крови, но и в определенной степени происходит дренирование тканей. То есть мы сначала убираем из крови, потом снова токсины или какие-то вредные, вредные для организма вещества из тканей снова поступают в кровь. Мы их снова удаляем, поэтому в частности требуется несколько процедур плазмафореза. В нашей клинике уже проведены успешно процедуры плазмафореза с хорошим клиническим эффектом. И в целом, как врач-анестезиолог-реаниматолог, как врач-невролог, хочу сказать, что плазмаферез – это достойная методика, которая должна быть на вооружении практически любой многопрофильной клиники, поскольку часто медикаментозное лечение недостаточно эффективно или, может быть, не показано или противопоказано в определенных случаях. А плазмаферез, так скажем, физический метод лечения, то есть основан на физических принципах удаления вредных веществ из крови.